Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня мы полистаем шестой каталог Oriflame. Он все так же в электронном виде, поэтому я буду его листать на компьютере и показывать продукцию, которой я сама пользуюсь. Расскажу, что нравится, на что обратить внимание, как продукцию рекомендовать другим людям, как себе подобрать правильно, чтобы продукция была использована, а не стояла на полочке без должного внимания. Поэтому внимательно смотрите, если будут какие-то вопросы, всегда задавайте мне их в комментариях под видео, с удовольствием отвечу, по возможности стараюсь быстро отвечать. Ну а сейчас я вам желаю приятного просмотра. Каталог будет действовать с 25 апреля и закончится 14 мая. Итак, посмотрим, что в этом каталоге интересного. Кстати, e-каталог, конечно, очень, смотрите, нажимаю на компьютере, очень классный, удобный, но не все к нему приспособились, и я знаю, что многие страдают, как и я, и мы ждем бумажного каталога, надеюсь, что он вот-вот у нас появится. Здесь, конечно, классно то, что есть информация, можно нажимать на все кнопочки, смотреть ролики. Это очень удобно, это мега современно, инновационно. Итак, что нас ждет в самом начале каталога? Новинки, гели для душа и мыло. Смотрите, отшелушивающий гель с мятой и малиной. Что-то до боли знакомое, только в новой упаковке. Но я думаю, вы меня поняли. Эта серия у нас уже была, мы ее знаем, просто немножечко обновился дизайн. Но он стал, кстати, достаточно симпатичным. Цены, конечно, могут, да, кого-то сильно огорчать, как и меня, в принципе. И уже мы привыкли к таким приятным ценам, да, такие распродажи всегда, все, все очень доступно. Сейчас, конечно, уже мы так не шикуем, как раньше, но тем не менее, та продукция, которая нужна, мы все равно ее будем заказывать, потому что мы, как мы без нее сможем жить, по крайней мере, что-то из этой серии я себе обязательно закажу. Вот сейчас выбираю, меня заинтересовала серия с зеленым чаем и огурцом. Мне очень нравится это сочетание, мне кажется, это будет такой свежий, приятный аромат. И смотрите, что еще важно, нам тут подсказка все время подмигивает. При заказе на 500 рублей, что любые продукты из новой серии Love Nature, из обновленной, мочалка яркая, розовая, идет в подарок. И еще в этой серии у нас вышла целая коллекция питательный крем для тела с органическим маслом какао и кокоса. Аж прям слюнки текут, какое сочетание, такой крем. Далее питательное жидкое мыло с органическим маслом какао и кокоса, и соответственно крем для душа, тоже питательный. Особенно будут в восторге, мне кажется, все, у кого кожа сухая, потому что вот все, что идут крема для душа, для тела, это все, конечно, питает, и соответственно кожа становится мягкая и ухоженная. В серии Love Nature у нас есть классные коллекции для лица. Например, серия с органическим овсом и ягодами годжи, она тоже классно пользуется популярностью среди людей, у кого кожа склонна к сухости. Вот, например, это мицеллярная вода, у меня дочка ее очень любит. Кстати, я мицеллярной водой не пользуюсь, а дочка у меня ее все время использует, я ей какую-то из этих серий заказываю. Сегодня у нас закончилась вот эта маска Love Nature, и вы знаете, я так удачно ее купила последний раз всего за 119 рублей у одной девушки, выкупила ее, просто это было так удивительно, я, конечно же, сразу взяла, потому что мы обожаем эту маску, когда я ее заказывала в последних каталогах, ее как раз не было на складе, так что сегодня одна закончилась, другую откроем. И я вам очень рекомендую вот эту маску, сегодня как раз ее делала, маска с органическими ягодами, она как-то красиво называется, маска смузи для лица. Тут органические экстракты, черники, ежевики, питает, успокаивает кожу, и она становится бархатистая. Все правда, смотрите, какая приятная текстура, то есть она сиреневая. На лице, конечно, цвет не такой насыщенный, но все равно приятно, знаете, так чувствуешь себя какой-то неженкой, ягодкой, вкусненькой. И она просто вот даже ее смывать не хочется, насколько она приятная. Но мы ее наносим на 10 минут. Здесь также есть скраб для лица,
и крем для лица. Ну, сами понимаете, что эти крема, они более для молодой кожи. Если у вас кожа уже возрастная, то понимаете, что чуда не будет, морщины не разгладятся, но точно напитает, увлажнит, приятные ощущения будут однозначно. Вот еще покажу любимую очищающую маску скраб 2 в 1. Здесь чайное дерево и лайм. И это очень круто, помогает снимать воспаление, чистит поры, такое оставляет после себя гладкость, мягкость. Вот кожа как будто бы вся сияет. Очень люблю вариант и как скрабом, и как маской. Как есть время, я так и делаю. И в этой же серии еще очень рекомендую. Это должно быть в любой семье, потому что это антибактериальное, очень мощное, ранозаживляющее средство. То есть, если поцарапины какие-то, укусы насекомых, мелкие ожоги, вот, ну, такие бытовые укусы животных и так далее. То есть вот все, что повредилось, быстро обработать, очень заживляется моментально, снимается вот это вот кровотечение, останавливается, если ранки, быстро ранка затягивается, не остается следов. Также я закапываю в нос. Если чувствую, что насморк начинается, я развожу с водой, например, 6 капелек воды, 5-6 капель этого масла. Если горло полоскать, то небольшое количество воды теплой и 5-6 капелек этого масла, и полоскать каждый час, моментально проходит все. И еще одна рекомендация, это вот прям от души рекомендую патчи с киви. Здесь 8 штук, 8 таких кругляшей, давайте их посмотрим. У меня как раз одна упаковочка закончилась, а я сразу открываю новую, пользуюсь практически каждый день, потому что, сами понимаете, вот тут замочек такой крепкий, хороший. С возрастом утром просыпаешься уже не так свежа и хороша, как в молодости, поэтому лучше утром взять и сразу сделать. Я беру одну, вот так достаю, разрезаю напополам и прикладываю под один глаз и под другой. То есть у меня на 8 раз, вот если я только под глазки класть, но я иногда кладу, например, куда-нибудь так, на шею могу положить себе. Вот, положу, пусть рука увлажняется. Тут, кстати, очень приятная сыворотка. Она долго не впитывается, и поэтому я, например, утром выхожу на завтрак с этими патчами. Видите, как красиво. Очень позитивно, сразу скрываются отеки, и я уже красивая такая. Мне нравится, для меня это вот просто палочка-выручалочка. И когда они только появились, я заказала сразу, у меня прям пачка 15 или 20 я себе брала. Но я, правда, потом несколько штук подарила кому-то. Но я так жалею, что мало заказала. Сейчас цена, конечно, побольше, но все равно, в принципе, доступна. Далее у нас идет коллекция: сумка, часики и очки. Вы знаете, вот сумку я не видела. По поводу часов, мне кажется, вот про них девчонки писали, а может быть, это не, по-моему, про них писали, что у них жесткий ремешок. Я себе их не брала, у меня заказывала клиентка, но на тот момент она мне сказала: классно, мне нравится. Но при мне она их не открыла. То есть она мне написала в WhatsApp уже: да, все понравилось, часики супер, буду носить летом, то есть когда уже снимутся куртки там и так далее. Вот, очки, мне кажется, очень красивые, такие стильные, вот леопард. И качество всегда очков очень хорошее. По крайней мере, я себе закажу. Даже если они мне не подойдут, я предложу кому-то из своего окружения. Думаю, с удовольствием за такую цену стильные, красивые очки заберут. А что для них нужно сделать? Закажи на 1500 рублей в этом каталоге и получи юбилейные очки всего за 699 рублей. Соответственно, еще 20% будет скидка. Ну, здорово. Так, далее у нас наборчик идет. А за сколько? За 59 рублей 3 пробника. Пробник аромата, крема и помады. Здорово, хорошо. Хорошее предложение. Я пробники обычно беру и вкладываю их в подарок. С ароматами сразу говорю, я не буду рассказывать сейчас про ароматы, потому что про них рассказать очень трудно, их огромное количество. У меня есть на канале ролики, где я про ароматы рассказываю. Я рекомендую никого не слушать, а выписывать тестеры. Вот тут коды пробников указаны около каждого аромата, у которого есть пробник. Пробуйте несколько дней, носите аромат, слушайте,
как тело отзывается, нравится, не нравится, потому что бывает, что ароматы сначала понравились, потом не нравится, как бы вот отвержение, такое отторжение идет. А бывает наоборот, сначала вроде бы не понравился, а потом, когда аромат раскрылся, соединился с нашими личными нотами нашего тела, и вдруг он заиграл такими красками, что просто невозможно от аромата оторваться. Вот у меня такое зачастую бывает. Поэтому первое впечатление, оно может быть немножечко обманчивое. А есть у нас также вот парфюмы маленькие, 8 мл. Но на мой взгляд, это получается невыгодно. То есть, если вы рассчитаете аромат, тут же Divine взять со скидкой, 50 мл, а здесь 8 мл, получится все равно вот этот вариант дороже. Но если нужно протестировать аромат, то есть попробовать его или в дорогу брать, то, конечно, маленький вариант очень классный. Один из любимых ароматов Love Potion Secrets. Вот тоже мини-ароматы, амбер эликсир, спреи. Кстати, мне очень нравится этот спрей. Он у меня до сих пор есть немножечко еще, и я им пользуюсь, когда выхожу из душа. Это просто шикарно. Вот один аромат я вам захватила показать, потому что я его очень люблю. Этот аромат Infinita. Вот он такой великолепный просто. Пользуюсь им часто, нравится. Кстати, вот из пробника он мне не понравился. А когда мне его прислали на обзоры, я распылила его на себя и стала вдыхать, и походила с ним день-два, и я поняла, что это вот просто... просто башню снесло, так сказать. Такой аромат страстный, очень сексуальный, очень игривый, и в то же время и женственный, и завораживает. В нем столько нот красивых, вот они все так дружненько переплетаются и вовлекают в какую-то невероятную сказку. Вот еще взяла аромат вам показать. Позес Абсолют. Абсолют написано, Абсолют. Смотрите, какой дизайн красивый. И внешне очень красивый аромат, и начинка классная. Он такой сладковато, такая нежность, сладенькая, но не приторная, а такой вдохновляющий, очень приятный на каждый день. То есть это вот если аромат Infinita, он прям вот аромат страсти, то есть, может быть, не каждый сможет его носить каждый день, а этот аромат очень легкий, такой ненавязчивый. Видите, какой выбор огромный, как женских, так и мужских ароматов. Есть у нас коллекция Норхен, отдельный каталог. Посмотрите, очень достойная бижутерия, ювелирная, все камни натуральные. Я люблю, конечно, этот раздел и всегда с удовольствием смотрю. И бывало, что с одного каталога два украшения сразу заказывала или наборы, потому что очень нравится. Обратите внимание, появилась мужская дорожная косметичка. Вот часто про нее спрашивают. Наверняка у многих мужья командировочные, есть кто-то ездит часто и далеко, и надо им собрать вот все, что было компактно и удобно. А кто собирает наших мужчин? Ну, в основном, да, мы сами и собираем. То есть это для себя мы заказываем такие вот продукты для своего удобства. Смотрите, здесь еще набор серег в торжественном стиле. Но я бы сказала, что вот, например, вот золотистые, вот эти вот красивые колечки переплетенные, их на каждый день можно спокойно носить. Вот эти кристаллы красивые. Ну, классика, очень классический, элегантный набор. Я люблю такие. Так, у нас здесь мужские, мужская серия шикарная. Кстати, у Миши почти все закончилось. И сейчас пробуем другие продукты. Например, умывается он мылом белым. Очень классное мыло. Мужское, тоже из мужской коллекции. А потом посмотрю какие-то еще крема. Надо попробовать другие. Смотрите, сколько мужских ароматов. Кстати, вот этот мне очень нравится. У Миши он сейчас есть. Ой, не качайся, ноутбук. И знаете, какое у меня открытие было, когда я ему отдала горсть пробников, говорю: Миша, что-то у меня парные, повторные есть. И он начал пользоваться одним ароматом, и он такой шикарный, вот просто шикарный. Говорит: угадывай. Я не угадала. Почему? Ну, я потому что не знаю все ароматы, естественно. И оказалось, это Soul. Soul просто великолепен. Вот смотрите, что у нас здесь есть. Для укладки мужской, гель после бритья, мыло, пена, шампунь и шарик и дезодорант. Для лица нет ничего. Может быть, будет дальше. А для
борьбы с морщинами, да, с сухостью, с обезвоженностями. Вот серия NovAge представляет такую вот красивую баночку с восстанавливающими капсулами для лица. Я говорю, в них как коктейль таких вот бесценных масел, ценных масел, даже вот так надо сказать. И каждая рыбка это на один раз, то есть на ночь наносим, она впитывается, и такая бархатная, шикарная кожа получается. Кстати, хорошая скидка, даже до повышения примерно так они и стоили по каким-нибудь акциям. Но чтобы заказать с такой хорошей ценой баночку, нужно при заказе продуктов NovAge на 4000, то есть не из каталога даже, а то есть продукция NovAge, и читайте, кроме, и два кода указаны, кроме самого этого продукта и какой-то еще, может быть, там кисточка или для нанесения, а может быть, это как раз вот этот наборчик. Ну-ка, 43 на конце. Да, кроме вот этого наборчика за 99 рублей. Кстати, выгодное предложение брать наборы пробников и ухаживать за лицом. Получается выгоднее, чем брать набор целиком. Но пробники тоже там ограниченное количество. Еще за ними погоняться нужно. В серии NovAge у нас огромное разнообразие. Есть для чувствительной кожи, осветляющая серия. Есть серия Ultimate Lift, есть серия Time Rester. Это возрастная уже серия такая для взрослых девушек. А где моя коллаген, любимая? А, вот она, коллаген. Я просто взяла вам ее показать. А, то, что я очень люблю очищение. Мне очень нравится. Это мое любимое. У меня, кстати, масло гидрофильное мне не понравилось. То есть я им вот использовала, но без удовольствия. Сыворотка, кажется, заканчивается по весу. Крем дневной и крем для кожи вокруг глаз. Вот смотрите, в этом каталоге крем для кожи вокруг глаз будет со скидкой. Обожаю эту серию, она очень эффективная для борьбы с морщинами. Сейчас раз так баночку вам покажу. Недавно начала этот крем, и, честно говоря, когда перед повышением заказала себе полный набор, потому что цена заметно выросла, я заказала полный набор, и я очень рада, что у меня есть запас. Я потом буду просто докупать те продукты, которые заканчиваются. Так проще. Серии очень эффективные. И если, например, многие раньше мои знакомые ходили в салоны красоты спокойно, уже как-то привыкшие к хорошему уходу, косметологам, такая кожа избалованная, то сейчас услуги выросли. То есть, ну, как бы уже проще ухаживать дома за собой. И есть прекрасная серия NovAge Procuticals, например, сыворотка с 6% АХА-кислотами, то есть это пилинг, да, такой кислотный. Супер просто. То есть и не надо ходить в салон, вот где-то найдите эту сыворотку, здесь много вариантов. Я вот только не помню, да, наверное, я пролистала. Где-то ее здесь вот можно найти. Мне немножко еще отсвечивает. И поэтому вот она, да, она тоже будет по акции. Вот такая сыворотка, то есть так нажимаем, потом открываем флакончик и достаем вот эту вот сыворотку. Как раз быстро на кожу наносим, не соприкасаясь с кожей. Кожа должна быть чистая. Распределяем по коже, даем впитаться и сверху наносите ночной крем. А самое важное, когда вы будете пользоваться, например, сывороткой с 10% витамином С, сыворотка с ретинолом, сыворотка как раз вот, о которой я говорю, помните, что летом надо быть с этим очень аккуратным. То есть, если вы планируете загорать, то пользоваться нельзя. То есть, надо минимизировать время нахождения на солнышке. Иначе будет у вас вред, а не польза от этого. Вот, кстати, еще обожаю пептиды. Вот эта вот коробочка, это моя любовь. Реально очень круто работает. Если надо прям вот быстро привести кожу в порядок, и чтобы она подтянулась, стала упругая, дряблость ушла. Вот мгновенный результат. И я хочу сказать, что просто вау-эффект. У меня кто брали, все в восторге, всем очень понравилось. Смотрите, у нас будет новинка. Роликовый крио-массажер для лица из нержавеющей стали. Что он делает? Охлаждает, бодрит уставшую кожу, уменьшает отечность, подтягивает. Используйте в сочетании
с любимыми средствами для кожи. То есть, например, крем нанесли и делаете такой вот массаж. Лифтинг эффект криомассажа. Честно говоря, обожаю массажи, но я сейчас уже много лет пользуюсь нашим массажером Skin Pro Sonic 3 в одном. Там есть массажная насадка такая с вибрацией. Я считаю, что это прекрасный массаж, потому что это очень ощутимо, такие вибрации хорошие, расслабляют мышцы, как бы вот застои все расходятся, да, лицо розовенькое становится, видно вот прям, что массажер работает очень хорошо. Так, далее здесь у нас что прячется? Увлажняющая эссенция для лица. Это для тех, у кого кожа очень сухая. Это идеальный вариант, прям под сыворотку наносите после очищения, и увидите, как кожа быстро как бы вот насытится влагой, станет такая ухоженная, такая мягкая и красивая. Так, далее серия Royal Velvet, королевский бархат. Мы, конечно, мне кажется, все знают эту легендарную серию, потому что она одна из тех серий, которые в начале развития Oriflame стоят. Шикарно и по дизайну, и состав. Иногда беру себе, кстати, у меня даже сейчас выкупленный крем для кожи вокруг глаз и дневной крем. Лежал, думаю, ну на смену, то одними, то другими пользоваться. Обновляющий скраб, серия Optimals. У нас так плавно пошла серия Optimals. Тоже, кстати, серия мега популярная, часто заказывают. Отзывы тоже об этой серии прекрасные. Я, конечно, могу сказать одно, что если возраст уже серьезный, то есть если есть уже заметные возрастные изменения, то нужно смотреть вот в ту сторону, откуда мы пришли. То есть это королевский бархат, это Novage. Optimals все-таки это серия 20+. Конечно, здесь написано для всех возрастов. Понятно, что будет очищение прекрасное, увлажнение, кожа будет успокоенная, да, ухоженная. Но эффекта вау такого, как от Novage, вы не получите. То есть это тоже нужно понимать. Но когда у меня бюджет ограниченный, я беру Optimals. Особенно мне нравится осветляющая серия. То есть тут два в одном. У меня прям девчонки, кто попробовал эти крема, вот, кстати, их нет в этом каталоге, они меня так ждут прям. Я говорю, может быть, будут. Так вот нет, не вижу здесь. Очень нравится осветляющая серия. Во-первых, питание хорошее кожи. Он идеально впитывается, ночной там вообще просто вот такой вот, как пушистенький крем такой прикольный. И осветляющий эффект, все равно с возрастом пигментация появляется, кожа не такая ровная, как у молодых. Естественно, что когда кожа ровнее, она выглядит моложе, это однозначно. Вот здесь я не буду тоже застревать долгое такое внимание, потому что много надо сидеть, подбирать по типу кожи. Смотрите, все написано. Написано для какой кожи. Вот, например, увлажняющий ночной для сухой. А есть такие же баночки, очень похожие. Они будут для комбинированной. С другой стороны, смотрите. Есть также еще в тюбиках. Есть с SPF 50. Кстати, крутой крем. Вот этот у меня недавно только закончился. Я им пользовалась все лето прошлое и иногда пользовалась в течение вот зимы и весны. Весна началась, и я более активно недавно его как раз полностью закончила. Очень понравился. Есть серия очень бюджетная, Essentials, она тоже осветляющая. И почитайте, всегда на сайте вы можете найти отзывы. То есть вы прям заходите на сайт, открываете продукт, открываете отзывы и читаете. Отзывы разные, и плохие есть, хорошие, и средние, нейтральные какие-то. Но вы поймете по количеству отзывов, и ну, как бы все равно люди искренне там пишут, там нет такого, чтобы ну, кто-то да, ерунду какую-то писал. По крайней мере, я сколько раз читала отзывы, я для себя делала вывод, хочу я этот продукт или нет, если были какие-то сомнения. А есть серия для молоденьких совсем, у кого кожа такая вот переживает гормональное созревание, то есть могут быть высыпания, беспокоит молодежь все это, очень нервирует, да, отражается ну, на всех сферах жизни. Когда человек недоволен собой,
то естественно, что как-то крокодил не ловится, не растет кокос. И особенно мы с вами должны заботиться о том, чтобы у наших молодых все было чистенько, объяснять им, что нельзя выдавливать прыщи, нельзя царапать кожу и трогать ее грязными руками, потому что кажется, что да и ничего страшного, ну потрогала я, ну почесала, а это может пойти какая-то инфекция. Надо за этим следить, надо их учить. Серия Wellness, конечно, серия Wellness у нас очень разнообразная. Все, кто хочет здоровое питание вести в свое меню, так бы сказала, то, конечно, здесь есть и супы, и коктейли. Вот появилась отдельная мерная ложечка. А раньше мне, знаете, нравилось, был стакан такой прозрачный, с фиолетовой крышечкой. Сначала был полностью прозрачный, и в нем прям лежала мерная ложечка. Это было очень удобно. Потом появился большой такой дорогой стакан, но он мне не очень понравился. Он все-таки достаточно громоздкий. Конечно, у него функционал лучше, потому что там отсеки есть, но он громоздкий. Вот классный продукт, обожаю. Пребиотический напиток с пищевыми волокнами. Вы знаете, я настолько ленивый человек, я могу, например, витамины пить каждый день. Я привыкла, я их пью, мне очень нравится результат. А вот когда нужно развести ложечкой, еще к ложечке прилипло, то для меня это проблема. Поэтому я его пью только когда я чувствую дискомфорт в животе, например, ну, переела, праздники были и так далее. Но эффект моментальный. Вот день выпиваю, второй уже прям классно все, и забываю, что у меня что-то болело, и перестаю его пить. Для стройности есть у нас продукты. А есть, кстати, для того, чтобы балансировать свои эмоции. Это масла. Я вам тоже покажу масла. У меня есть, кстати, новинка появилась. Вот так они выглядят, где у них вот начало. То есть, если мы говорим вот о роликах, то их тут 4 штуки в наборе, можно заказывать по отдельности. Это серия Mint and Mood. Вы также на сайте посмотрите отдельный каталог, если вас масла интересуют. Что я хочу сказать? На себе проверила их действия. Они работают с эмоциями и вот просто идеально. Если вам нужна энергия, то это с красной полосой. Если нужна уверенность, желтой. А у нас потом баланс идет зелененький и релакс сиреневый такой голубенький. Я отдала дочке, и она пользуется, ей очень нравится. Мой любимый релакс. То есть я его сейчас вот взяла, а он у меня всегда лежит возле кровати. И слушайте, он у меня уже второй год. Смотрите, сколько. Вот всего сколько использовано, ну даже не третья часть, меньше, а пользуюсь почти каждый день. То есть я открываю крышечку, я наношу на те там точки на ногах, сюда наношу и могу просто делать несколько вдохов. А если прям вот не могу уснуть, то есть чувствую такое беспокойство, никак не могу вот расслабиться, то я прям вот открываю и нюхаю. И было несколько раз, что я с ним с открытым засыпала. То есть я вдыхаю, потихонечку выдыхаю, расслабляюсь и засыпаю. Это гораздо лучше, нежели пить какие-то там таблетки, да, и так далее. Вот, кстати, вот он, этот гигантский шейкер. И вот мои любимые коктейли. Цены, конечно, стали очень высокие, но кому надо, тот купит, да? Вот я вам что хотела показать. Новинка вышла. Это спрей релакс. Тоже я когда увидела, что целый спрей релакс, я его сразу заказала. Написано, что он для помещений и для тела. Ребята, вот аккуратненько для тела, вы знаете, у меня такой прикол. Мне настолько понравился этот аромат, в отличие от релакса масла. Он здесь еще идет с такой цитрусовой ноткой. И очень вкусно. Знаете, что я делала? Я наносила себе прямо на шею, как ароматом. Пользовалась несколько дней. И вдруг мне Миша говорит: слушай, а что у тебя пятна какие-то на шее? А у меня, оказывается, пошла аллергия. То есть не надо вот так вот на деликатные места на теле, не надо так вот наносить много и каждый день. То есть я так понимаю, что надо просто распылить и войти в это облачко.
как обычно мы делаем с ароматами. Но сейчас я просто распыляю над кроватью перед сном, и вот очень хорошо помогает классно уснуть. И мне нравится, какой аромат уже стоит в спальне, то есть располагает ко сну. Изучите эту серию, потому что она действительно достойна внимания. Вот смотрите, пока я говорю, уже сколько времени прошло, а ткань, она еще сочная, то есть в ней еще много сыворотки, и она еще питает. Но как только она начнет высыхать, то лучше ее сразу снимать с кожи, потому что иначе она уже начинает забирать. То есть вот сейчас уже можно будет снимать, пусть чуть-чуть полежит, мне кажется, это так красиво. Вы меня не видите, но хотя бы мои руки тоже выглядят как-то интересно. Серия Swedish Spa. Потрясающая серия. Это серия, которая позволит вам дома устроить спа-процедуру, потому что здесь есть и скраб, и шикарное мыло, и масло бустер для тела, все для того, чтобы вы просто вот перенеслись в какую-то вот нереально прекрасную атмосферу. А если вы еще и умеете создавать эту атмосферу, то есть свечу поставить, свет притушить, как раз вот, да, сделать музыку какую-то классную, которую вы любите, то, конечно же, у вас все получится, получится сделать шикарный вечер. Вот. Такие средства антицеллюлитные и для упругости декольте и живота. Вот такой вот тюбик. То есть это сейчас тоже актуально, уже давно актуально, потому что борьба с целлюлитом ведется, мне кажется, вот начиная с, там, с 18 лет, все, а, у меня целлюлит, и все, понеслось. Ну, обычно готовятся все к пляжному сезону, то есть как и я, весь год ленюсь, а потом, ой, ой, надо же купальник уже скоро, надо подготовиться. Как я буду выглядеть? Буду ужасно выглядеть, но на самом деле я не могу себя приучить регулярно делать массаж. Поэтому у меня был спор с Мишей. Я 2 недели делала, и потом просто, когда он мне сказал, ого, какая разница, я сказала, да, действительно классно, но все равно я не делаю. Ну, делаю иногда. Очень люблю серию Essence & Co. Конечно, сейчас это просто золотая серия стала, да, по бюджету, но все равно буду иногда заказывать. Особенно мне нравится серия с лимоном и вербеной. Это моя любовь просто. У меня лежит в запасе флакончик этого мыла. И я просто смотрю на него, у меня аж слюни текут, но думаю, попозже открою, пока буду другими пользоваться. Мне нравится, что там натуральные эфирные масла, и это очень, конечно, работает круто с телом. Так, серия мед и молоко. Так все миленько. Что здесь у нас? Крем для тела, скраб для рук. То есть это сделать бархатные ручки, да еще и перчатки. А перчатки непростые. Они из такого классного хлопка эластан. И пальчики, которым вы можете по телефону сразу бегать, да, то есть вы сделали себе бархатные ручки, одеваете эти перчатки и сидите в телефоне. А в это время кожа ваша напитывается. Ну и здесь также есть жидкое мыло, мыло и крем для рук и тела, такой большой бочонок 250 миллилитров. Для рук серия, кстати, очень классный очищающий гель для рук. Я его люблю, аромат у него такой приятный остается, то есть сначала прям спиртом пахнет, а быстро выветривается и остается очень приятный аромат. Мне нравится этот гель. Ну а крема в Oriflame, они просто все бесподобные. Я любой вот возьму, и мне они нравятся все абсолютно. Я, кстати, пробую всегда, когда есть возможность, другую продукцию. И недавно у меня была такая возможность. Я попробовала крем для рук. Не знаю, какой фирмы, я не запомнила. С манго. Боже мой, какой аромат, ребята, это вот просто волшебно. Но ощущения на коже мне вообще не понравились. То есть если я Oriflame наношу, он мне впитался, и просто мягкая, холеная, молодая кожа. Сами понимаете, да, вот я сегодня весь день готовила, даже не намазалась кремом, надо было хоть с кремом руки помазать. Но я даже сейчас могу сказать, что все равно кожа не сухая. А вот сейчас сниму патч, и вы увидите, смотрите, сывороточка сейчас впитается. Смотрите разницу.
Тут какая сухость, видите? А тут увлажнилась кожа. То есть напитывает, конечно, хорошо. Супер. Так, детская серия. Это для самых маленьких, прям для крошечек, которые только родились. Абсолютно безопасно. Отзывы великолепные у этой серии, поэтому я так сейчас немножко ускорюсь. Детскую серию я уже давно не заказываю, так как у меня малышей нет. А вот про волосы я вам хочу рассказать, особенно про краску и про масочки для волос. Потому что маски эти вот волшебные маски. Их хватает на мою длину на два раза. То есть я делю вот так напополам, сразу вот так на ощупь примерно делю. Ага, одинаково. И я одну половинку использую, другую в следующий раз. Шикарное восстановление волос, аромат очень вкусный. И люблю краску. Конечно, цена на краску высокая, но, честно говоря, вот волосы довольны. Вижу, что все круто, седину прокрашивают. Волосы живые, волосы блестящие, они не сохнут. То есть, ну, прекрасно все, супер просто. Особенно цвет мне нравится. Сейчас очень модный такой цвет, медовый. У меня оттенок 9.0. Это у нас, вот он здесь, светлый русый. То есть тюбик краски, окислитель и шикарная маска. Вот маска здесь, ну, просто бомба. Если вы любите хорошую маску, то вот вы в эту просто влюбитесь. И внутри в инструкции здесь перчатки. То есть достанете, сделаете дома, прям покрасите волосы, и все будет у вас шикарно. Я сама крашусь, поэтому точно знаю, что это просто. Удобный очень тюбик, и красочка отлично работает. Главное, делайте все по инструкции. Для волос шикарное есть у нас средство для укладки. То есть все что угодно, есть и спрей блеск для волос, термозащитный спрей, лак, мусс, роскошные щеточки, расчесочки для распутывания, для укладки и так далее. Я всегда довольна, что бы я ни пробовала в Oriflame, это очень качественно. И кто у меня заказывал когда-либо какой-то продукт, потом идут повторные заказы. А вот для волос, для ухода и для тела я оценила серию Botanicals. Во-первых, мне и дизайн очень нравится, шикарные тюбики, просто настолько вот классно все эстетично. Мне нравится аромат жимолости, и что больше всего приводит в восторг, то что мои волосы после этого ухода, они оживают. И с дозатором, классно, что есть дозатор. Я не стала брать кондиционер, тоже пользуюсь, крем для рук такой у меня есть. Ну, ребят, ну, шикарно. Я не могу сказать, что точно подойдет вам или нет, потому что все равно настолько мы все разные, такие индивидуальные, что мне нравится, вам может вообще не подойти. А мыло, смотрите, какое. Я вот им уже купалась несколько раз. Оно такое приятное. И мне нравится то, что здесь на 95% натуральный состав и экстракт жимолости. А он с такой кислинкой, и эта кислинка, ну, просто бодрит. Я люблю такие ароматы. Я знаю, что не всем нравится, а вот мне очень даже понравился и подошел. И начинается мой любимый раздел. Декоративная косметика. Помады обожаю. Кстати, матовая помада шикарная. Всегда актуальна и модна. Смотрите, адаптивный блеск. Лаки для ногтей. Лаки классные. Обращайте внимание только, что они небольшие, 5 мл. Адаптивный блеск, он сначала прозрачный, но в течение буквально минутки он становится ярко-розовым. Потом далее жидкая матовая помада. Вот, кстати, она меня прям в восторг привела, эта помада. Я записывала ролик отдельный. Посмотрите, как она шикарно лежит на губах. Вот так будем пробовать. Вот просто одно прикосновение, и она уже супер. Губы вообще не сушат. Кстати, это, наверное, лучшая помада, которую выпускали Oriflame вот в плане матовых, таких жидких. Потому что в любом случае все другие, ими постоянно я пользоваться не могу. То есть я попользуюсь, и мне нужно какое-то увлажнение делать. А эти вообще не сушат губы. Классные помады. Супер. Так, дальше. Сейчас вам расскажу, что я люблю особенно. Ну, а классные тени. Вот в этой палетке, вернее, эти палетки, у них очень качественные тени. У них расход маленький. И удобно то, что 6 теней и 2 оттенка для бровей. И эти же оттенки для бровей можно использовать и как тени. Жидкая подводка лучшая. Вот правда, я брала себе и Giordani, брала себе Zevan. Zevan мне понравилась больше. А здесь
OnColor еще лучше. Она, кстати, легко смывается, если те другие фиг смоешь, прям замучаешься. Очень-очень хвалят все вот этот карандаш для бровей. Их два оттенка. Я не брала, честное слово, но у меня клиентка есть, она их прям берет, когда они по акции, три штуки может взять сразу, два, три, то есть чтобы у нее всегда был запас. Очень хвалит тональную основу OnColor, берут все с удовольствием. Так, далее у нас здесь ультракремовая помада. Моя любовь. Вот, действительно, вот люблю я эту помаду. Кстати, у меня их три, но я одну не взяла, она у меня в какой-то сумочке. Но я вам покажу два оттенка. Это розовое дерево. Вот так выглядит. Угу. А это у нас какой-то винный оттенок, смотрите. Они... Сразу видно, плотная такая, густая, увлажняющая. Мне она очень комфортная. То есть этой помадой я могу пользоваться просто круглый год. Мне она никогда не доставляет дискомфорта какого-то или еще чего-то. Вот с эффектом металлик у меня нет помады. А есть помада Cushion глянцевая. Кстати, вот сейчас ей начну пользоваться, потому что зимой она мне как-то не очень шла. Такой оттенок у меня, видите, не совсем... на зиму как-то такой легенький, прозрачный. Зимой хотелось мне чего-то более такого насыщенного, что ли. Вот такая вкуснятина, пахнет ванилью, очень вкусно, очень вкусно и классно. Так, поехали дальше. С эффектом сияния помады, вот, кстати, мне очень нравится на других, но не очень нравится на себе. Я не помню, вот она, я даже ее не узнала. Почему-то на себе я их не очень люблю. Смотрите, как она сияет. Это же просто как звезды с неба. Просто собрались все в одном месте. Супер! Просто смотрю на нее. Это идеальный вариант. Редко пользуюсь, но она классно увлажняет губы. А вот эту я вам не рекомендую. Мультиактивный бальзам от Z. Это какой-то провал. Он горчит. Он реально не только у меня горчит. Пишут многие, пишут у меня под другими видео, где я делилась вот своими впечатлениями. Поэтому если у одного человека, у двух, у двоих, у троих это случилось, то нет гарантии, что с вами такого не произойдет. Вот есть другой бальзамчик такой тоненький, вот он просто огонь классный. Тональная основа у меня, кстати, тоже есть одна, я сейчас ей пользуюсь. Everlasting Sink Soft Matte. То есть она матирующая, матовая, адаптивная, легенькая, прям классная тональная основа. Кстати, знаете, что интересно? У нас до этого была еще с красной крышечкой, забыла, как она называется. Она была раньше гуще, чем вот эта. А сейчас я взяла себе последний раз тональную основу, и клиентка у меня взяла, и она говорит: слушай, а что она такая жидкая стала? И я пробую, она действительно прям жиденькая. То есть что-то поменялось в формуле, я ее пока не использовала, только посмотрела по, ну, по, как это называется-то, по консистенции. Вот, смотрите, вот это мне очень нравится. Кстати, вот она здесь желтит, а на лице прям отлично. У меня еще пудра светлая, может быть, из-за этого я вот сейчас ей как раз пользуюсь. Но она, наверное, немножко подстроится сейчас под тон кожи. Хорошая тональная основа, невесомая на лице, прям классная. Ну вот моя любовь. Еще дочка вчера попробовала, говорит: мам, какой классный консилер. А я ей не давала его, где попробуем. Вот давайте венку замажем. Видно вам? Я просто иногда, знаете, не смотрю в телефон, куда камера идет, и могу заболтаться и увести куда-то в сторону. Поэтому вы мне говорите: Лиля, вернись. Шутка. Понятно, что это будет запись. Смотрите, как перекрывает. И вообще идеально. Я в восторге, потому что эта палочка-выручалочка, когда вот надо под глазками порядок привести все в порядок, то вот вам шикарнейший консилер. У него два оттенка, и его очень надолго хватает. То есть, да, может быть, да, дорого. Хотя, мне кажется, это недорого уже. Судя по другим ценам, это уже как бы нормально. Привыкаем, да, потихонечку. Так, забыла пудру взять. Мне очень нравится эта пудра. Когда закончится, сразу закажу себе новую. Пудра шикарная. Румяна не пробовала, поэтому ничего не могу сказать. А вот меня что удивило. Я когда сегодня собирала продукцию, я увидела этот хайлайтер. Потому что я была уверена, что его сняли с производства. Я его себе
не помню, то ли мне на обзор присылали, наверное, ему года два уже. И он, конечно, у меня очень сильно уже загустел. Но посмотрите, какой он красивый. Просто. Смотрите. Он так сияет классно. Плохо на руке видно. У меня здесь сыворотка. И вот он не лег. Надо было по тональной основе. Давайте повторю. Посмотрите, какой он клевый. Конечно, его хватает очень надолго. То есть вот это прям хайлайтер, всем хайлайтерам хайлайтер. Супер. И цвет какой. Вообще просто красота. Ну, вот у меня еще есть. Они никогда быстро не заканчиваются, хайлайтеры. Они такие долгоиграющие. Вот, дошли до ногтей. Что я вам скажу, моя любовь? Это вот это розовое чудо для кутикулы. Смотрите, крутим. И вот видите, сразу маслица пошло в кисточку. И потом раз такие, и вот пошли. Ой, много выдавила. Вот так и пробежались, закрыли. Если ногти не покрыты лаком, значит, вы просто берете полностью всю пластину ногтевую, красите как лаком. И вот так втираете и оставляете. И потом просто ухоженная, красивая будет у вас кутикула без чего-либо. И вот это моя любовь. Безумно дорого, всего 75 миллилитров жидкость для бережного снятия лака. Воняет ужасно, честно вам говорю, я просто вот терпеть ее не могу по запаху. Но это единственная жидкость, которую я попробовала за всю свою жизнь. А поверьте мне, я никогда не делаю нарощенные ногти, это было несколько раз, мне это не понравилось. И вот эта жидкость снимает любой лак и очень деликатно и быстро. То есть, например, любые там блестки, все, что переливается, обычно очень трудно снять. Этим же справишься на ура. Вот, красила сейчас лаком и содрала немножко. Не дотерпела, пока высохнет. Так, что еще скажу? Пилка клевая, мне очень нравится. Далее, это я вам не скажу. Я просмотрю, чем я пользуюсь. Ну, нет, просто у меня... То, что я люблю, чем пользуюсь регулярно, я вам то и рекомендую. Вот, кстати, ночная маска для ногтей. Ну, как вам сказать? Ну, она, наверное, классная. Но у меня не бывает такого, чтобы я вечером была без лака. Я, если делаю, перекрываю лак, то это происходит моментально. То есть я сразу снимаю, тут же обрабатываю, тут же покрываю заново. Я не бываю без лака. Это редкий случай. Поэтому я пробовала ее несколько раз. И у меня нет никакого впечатления. А вот кисти, я весь пятый каталог в день по три раза заходила на сайт. И хотела себе заказать вот такую кисть раз. Вот такую скошенную два. Вот такую три. А какую-то я еще себе в корзину кинула. Ой, не помню. По-моему, вот такую двухстороннюю. Я очень люблю кисти. Я просто маньяк. У меня их так много. Я же еще и рисую акварелью. Вы знаете, у меня такое ведро с кистями. Вот такое вот гигантское просто. Оно полное кистей. И то же самое кисти для макияжа. У меня их очень много, и я ненасытная. Я хочу еще, я их очень люблю. Видела обзоры у блогеров. Кисти крутые, все хвалят, все в восторге. Но у меня их пока нет. Надеюсь, в следующем каталоге мне больше повезет. И в наш филиал их завезут. Помада. Опять же, помада та, которая нравится. Это теплый кашемир. Жидкая. И она, кстати, хорошо лежит. Тут не написано, что она стойкая, но она стойкая. Она реально, вот когда был масочный режим, я ей пользовалась, потому что ее наносишь, она так хорошо встает на губах, и она не стирается, не отпечатывается на маске. Далее, карандаши для губ. Их всего три варианта. Кстати, мы же в серии Giordani Gold уже с вами, если вы заметили, да, плавненько перебрались. Ну, вот я их не поточила, правда, перед началом. Так, пробую, а вы должны все хорошо видеть. Давайте вот тут. Это розовый. Я уже не вижу, как он называется. По-моему, просто роза. Это гордыня. Я его хорошо запомнила. И мак. Мак вообще волшебный просто цвет, смотрите.
И можно просто губы полностью заштриховать, и это будет роскошная помада. Или капельку блеска положить посерединке, и вы будете в восторге. Да, крутые карандаши, жалко, что мало оттенков, но они сделали самые вот три нужных варианта. Реально мне их, в принципе, и хватает. И помада гель. Кстати, тоже на нее кто-то писал, что горчит. При такой цене, ну вот когда хорошие, да, там масла разнообразные используют, бывает, что масла дают горчинку какую-то. Давайте вот тут попробую. Я записывала с ней рилс. Ой, какая же она шикарная. Она вот просто ей дотрагиваешься вот так, и она уже все на месте. Легкая. Вау, супер. Кстати, завтра едем на мероприятие, я ее сейчас прям отложу и накрашу ей губы на мероприятии, чтобы выглядеть супер. Тональные основы. Слушайте, я так и не записала обзор. У меня три пробника на новую CC-гель, увлажняющий тональный тон. Я попробовала один раз на маленьком кусочке кожи, я ничего не поняла. И у меня абсолютно нет времени взяться и записать классный обзор, чтобы вам показать, что это такое. Так, похвалю пудру, потому что она просто лучшая. Я, бывает, даже не делаю тональную основу на лицо, а просто беру вот эту пудру и наношу ее на кожу. И кожа становится ровная-ровная. Никаких пор, ничего, просто идеально ровный тон кожи. Давайте вот с другой стороны покажу, где нет тона теперь. Вот. Ну, конечно, здесь кожа суховатая, а когда на лицо наношу, все равно кожа лица, она, ну, другая, она не как кожа рук. Но все равно, видите, холеность сразу появилась, мягкость, холеность. Она не сушит кожу, хотя здесь и написано, что она матирующая, но вообще нет сухости. Очень-очень нравится. И румяна в шариках. Они же со скидкой или нет? Да. Как раз естественное сияние. Оп! Вот так они выглядят. Какие-то бесконечные. Мне кажется, они никогда не закончатся. Ну вот я их очень люблю. И сейчас ими уже долгое время пользуюсь. Каждый день. Потому что, ну, прям, ну, классный оттенок они дают. Вот естественное сияние. А это себя оправдывает. Так, этого у меня нет. Я ускоряюсь по чуть-чуть, потому что хочу вам еще кисточки туши показать. Их очень много. Вот, например, в Джордане есть такая тушь, удлиняющая тушь уход. Смотрите, какая классная кисть. Это кто любит вот такие вот щеточки, вот мягкие, да, не силиконовые. А я, наоборот, люблю силиконовые. Так, далее, супер тушь. Я ее не взяла. Подводка Джордане Голд мне не очень понравилась. Она быстро прям засыхает, и если вы не умеете быстро красить стрелки, то вы можете не успеть, и каждый раз придется возвращаться, добирать. Так, далее, вот моя любовь, тушь 5 в 1. Какая кисточка волшебная, она делает такую укладочку, такие шикарные реснички, просто одна к одной веером, и длинненькие такие все всегда. Так, что еще я вам хочу показать, какая еще у нас тут... Ну, конечно, крутой вот этот стойкий маркер, но у меня он забивается быстро тенями, и поэтому я его перестала покупать. Как бы раз, и все, и уже не красит. Так, что-то еще где-то тушь была. А, вот я вам хотела показать. Вот эта тушь, мне как она нравится, прям супер. Кстати, сначала она мне так вот не зашла прям сильно-сильно, а потом я ее распробовала, и она мне очень нравится. Кстати, цена хорошая, посмотрите, очень сильно подорожали туши, а здесь 399 рублей уже кажется, вау, да всего-то 399, и она клевая. Если любите силиконовые кисти, то она вам точно понравится. Что еще я вам порекомендую? Вот 100%, если раз попробуете вот эти стойкие тени, вы в них влюбитесь. Да, дорого, вижу, что дорого, 500 рублей, но они просто нереальные. Бронза и хрусталь. Уже не первый раз их заказываю, пользуюсь ими каждый день практически, представляете? Каждый день, это же любовь. А они как работают? Вот я их нанесла. Если не забуду, в конце видео я их вот так попробую растереть. То есть они встают намертво и не сдвигаются. Но когда я их вот только нанесла, вот тут с краю покажу, видите, они еще двигаются. И вот в этот момент, если поработать сверху сухими тенями, то есть сделать
можно такой стойкий, такой выразительный макияж с подсветочкой изнутри. Это получается просто фантастика. То есть такая игра света. Представляете, когда через сухие тени вот эта вот волна такая переливается, вы двигаетесь, там глазками хлопаете, и происходит магия, просто магия. Так, но это еще не все. Мне кажется, где-то еще была тушь, потому что я же не зря ее взяла. Да, вот она. Вот эта тушь тоже, она не всем нравится. У меня есть девочка знакомая, у нее очень большие глаза и очень большие изогнутые ресницы. И ей эта кисточка не подошла. А другая девочка, у нее восточный разрез глаз и ресницы, они длинненькие, но не очень такие вот как бы выразительные. Но вот с этой тушью у нее ресницы просто как будто она их нарастила. Честно, я не поверила, что это ее ресницы, потому что я ее знаю много лет и никогда таких не видела. То есть как важно подобрать еще свою щеточку, которая вам идеально подойдет, понимаете? Вот в этом, конечно, большой плюс. Так, что еще? Тушь для бровей. Конечно, я вот в старом дизайне еще держу тушь, но хочу сказать, что это очень нужная штука, если вы хотите сделать брови максимально выразительными, расчесанными, ухоженными, уложенными и прокрасить внутренний подпушек, то вот без туши не справиться, какие бы у вас ни были классные там карандаши и тени. Тушь вот нужна, и ее хватает очень надолго тоже. Классный продукт. А вот тушь Tremendous розовую именно я не очень полюбила. У нее такая огромная пушистая кисть, она мне совершенно не подошла. А вот дочке моей она понравилась. То есть разные ресницы, разная посадка глаз. И это играет роль. Слушайте, в этом каталоге прям фейерверк тушей. Ну и эту тоже покажу, потому что она такая хитрая. Смотрите, вот так она делает объем. А если вы верхнюю откручиваете, то видите, она сейчас пустая практически выходит. Вот, а это дает длину, она у меня уже подсохла, я ей не пользуюсь, потому что все равно она не в моих любимчиках. У меня любимчики всегда силиконовые кисти, они мне вот прям классно подходят, но эта тушь очень хорошая. То есть, если вы любите особенно пушистые кисточки, то она вам точно понравится. Смотрите, в прошлом сезоне у нас появились такие двухсторонние карандаши, от которых я просто в восторге. У них качество, качество самое лучшее. Потому что они не только на руке вот так хорошо рисуют, они очень хорошо рисуют на веке, на коже вокруг глаз. Обычно на коже вокруг глаз не все карандаши ложатся хорошо, некоторые туго идут, некоторые размазываются. У этого идеальное все соотношение, так еще и цена здесь просто прелесть. Но я заметила, что у нас вышли новые оттенки. 5 новых сочетаний. Посмотрите, какая красота. То есть новые тренды, новые оттенки. Я, конечно же, просто вот облизываюсь. Мне очень понравились оливковые. Очень понравились вот эти мягенькие, такие нежные. Синий однозначно красивый. Сочетание белое с серым. Это же всегда выигрышный самый, да, такой вариант. Уголочки осветлили, высветлили. Там под бровью можно высветлить. Стрелочки везде нарисовали. Смотрите, как красиво. А? Девочки, летом обязательно надо иметь цветной взгляд. Это наша фишка просто. Во-первых, если вы вот даже просто внизу подведете таким вот зелененьким цветом, у вас глаза будут выглядеть, как будто они в два раза больше. Это очень красиво и эффектно. Так, тушь для ресничек. Вот, кстати, мне эта тушь вообще не подходит. Вообще. Хотя тоже силиконовая, но кисть толще. И она мне не подошла. То есть она не справляется с ресничками, еще и глаза раздражает. Вы слышите? Кто-то чавкает. Это кот пришел и ест. Баксик ест Мелискину еду. Бакс, как не стыдно, а? Объедает девчонку. Так, гели для интимной гигиены. 300 мл счастья, чтобы всегда было комфортно, да, в интимных местах. Ухоженно, спокойненько, чтобы все было хорошо. Так, мужские дезодоранты, спрей парфюмированный, два варианта, дезодоранты, наши классные дезодоранты. Позаботьтесь о защите от солнышка,
То есть, да, мы все время любим солнце и ждем его, но на самом деле небезопасно, далеко не безопасно, сами понимаете, чем может грозить ожог. Поэтому помимо того, что это преждевременное старение кожи, так это еще могут быть более глобальные проблемы, необратимость. Так, мыла, какие шикарные. Вот если есть возможность, закажите вот это чудо. Это просто пряный цитрус, когда появилась эта серия, там еще был крем для рук, мы называли пьяный цитрус, хихикали, но влюбились все в это мыло, все просто в восторге, особенно я, но у меня-то в запасе оно всегда есть. Серия для ног. Вот смотрите, сейчас снимаем тяжелую обувь, тяжелую артиллерию, носочки, колготочки, открываются наши ножки. И что там? В наших ножках надо быть внимательным, чтобы все было мягонько, ухоженно, никакой сухости, мозолик и прочего. То есть за ногами следим. Ноги — это наше все. Мы на них ходим, да, и рассчитываем, что будем долго еще на них передвигаться. Гели для душа, Skins and Moments. Я вот не скажу, что я от них просто в восторге. Я уверена, что мне новая серия, которая в начале каталога, понравится больше. Не знаю, мне не хватает здесь дерзкости ароматов, то есть более насыщенность. Да, пахнет очень вкусно. Но даже вот серия Discover, она мне нравилась больше, у нее какие-то тут ароматы все такие более глубокие, что ли. Да, классные, не спорю, с удовольствием пользуюсь, особенно от Grapefruit. Но попробуйте и напишите мне потом, какой вам больше нравится. Тоже интересно же. Так, опять же, мини-флакончики, разнообразие огромное. Да, главное, успевайте заказывать. Так, забыла смягчашку взять. Просто хочу сказать, что обращайте внимание всегда на объемы. Здесь всего 15 мл. Но вам хватит этого очень надолго. То есть смягчить все, кутикулу, губы, пяточки те же самые, да, к лету подготовить, пальчики везде, все, что сохнет, все мы делаем мягеньким с помощью этих смягчашек. Вау, неужели это последняя страничка? У меня уже практически полночь. Да, 23:25. Представляете? Сейчас вам покажу. 23:25. Поэтому голос немножечко, конечно, устал, но у меня нет другого варианта записать для вас это видео, а для меня это очень важно, знаете, как будто уже я на себя взяла эту ответственность рассказывать вам свое честное экспертное мнение о продукции, чтобы вы, уж если что-то покупали, то всегда были рады своей покупке, использовали до последней капли, как это я делаю. Я всегда огорчаюсь, если вдруг кому-то не подходит продукт. Я понимаю, что это как бы выброшенные деньги на ветер. И я очень благодарна Oriflame, то, что они делают нам возможность пробники заказывать, да, протестировать продукцию, прежде чем купить. И очень рекомендую зубную пасту. Здесь даже тестировать не надо. Щетки, пасты великолепные. Я обязательно закажу, особенно ждала вот для чувствительных зубов. Она мне очень понравилась. Сначала не понравилась. Подумала, какая-то она слишком мягкая. Ну вообще, вот, ну не чувствую я вот этого генеральной уборочки. Не чувствую. Но потом поняла, как она работает. Когда у меня, я пошла к зубному, говорю, что у меня вот прям на холодное, на горячее, на сладкое реагирует. Она говорит, все нормально, немножечко надо чувствительность снизить. И я стала вот нашей пастой делать аппликации на зубы, ну прям на десны, на зубы делала аппликации, всего 2 или 3 раза я сделала, и у меня эта чувствительность прошла, поэтому я теперь рекомендую эту пасту. Давайте посмотрим, вот что станет с тенями. Да, я вам обещала потереть. Вот смотрите, видите, они не сдвигаются, и даже на пальце ничего не остается. Карандаши по стойкости, чтобы вы понимали, что они так быстро не размажутся. У меня чуть-чуть вот влажный пальчик, потому что все тут мазала, трогала, немножко жирноватенький. На глазках не размазывается, только если у вас уж прям очень жирные веки, тогда может быть, но вообще жалоб не было. Так, Джордани для губ карандаши смотрим. Вот они тоже, видите, какие? Не мазучие, то есть я очень сильно тру, то есть если вы видите, у меня аж прям кожу я туда-сюда двигаю. Так, поехали дальше. Что-то у нас тут было. А, это две помады новые, матовые, то есть они не заявлены как стойкие, вы должны это, да, помнить. Сейчас верну на начало, ой, не получится.
Давайте их попробуем. Вот они две. Вот видите, то есть они снимаются. Все, то есть она не стойко, но лежит хорошо. То есть она не так уж прям с удовольствием пошла, да, куда-то в сторону. Так, вот это у нас помада. Сейчас вам напомню. Вот она, Giordani Gold жидкая. Вот вы видите? То есть она более стойкая даже, чем он колоровские. Вот она какая, я же говорю, не отпечатывается даже на маске. Так, это новая гель-помада Giordani. Видите, она плывет. Она такая мягкая, эластичная. Ну, понятно, она не должна быть стойкой. Это у нас ультракремовые 5 в одном. Вот они тоже хорошие помады, увлажняют. Но здесь я даже не буду тереть, потому что мне уже даже нечем. Они мягкие, нестойкие, то есть вот такие помады. Вау, ну как красиво! Полезно? Видео полезное. Я надеюсь, что вы оцените мой труд, напишите комментарий, как минимум спасибо. Я вам буду очень признательна и благодарна, потому что я стараюсь, я делаю для вас это абсолютно безоплатно, просто чтобы вы понимали, какая здесь классная продукция. Спасибо вам. Желаю всем приятных покупок. До новых встреч. Пока-пока.